Сейчас мы с вами берем следующую тему, вот, которая называется у нас «Рекомендации критику». Рекомендации критику. На собеседовании. Значит, давайте вспомним, что критик по ключевым словам, он у нас имеет такой набор четырех ключевых слов. Может быть, кто-нибудь помнит, с чего мы начинаем критика? Первое у нас это предусмотрительность. Второе, я немножко расширил, вот, потому что у нас одно слово, иногда одним словом трудно передать. Вот, поэтому я взял в качестве второго ключевого слова два. Ключевое понятие. Память и информация. Память и информация. Хорошая память, умение работать с информацией. Третье. Оптимизация. Оптимизация. Помните, как мы трактуем понятие оптимизация? Что это такое? Кто помнит? Да критик оптимизации. Это приложить поменьше усилий и получить побольше пользы. Вот так это. Это критик умеет. Это оптимизация у него. И которая мешает ему и портит его жизнь. Вот на это. Второе. Память и работа с информацией. Вы говорите, у меня хорошая память, особенно долговременная. Я с детства много читаю и накапливаю информацию из самых разных источников. От научно-познавательной до художественной литературы. Вот, смотрите, если вы критик вот такой, то есть актуализированный, развиваетесь по этим направлению, то есть по блоку своей миссии, то точно вы будете ходячая энциклопедия, точно вы будете читать, причем с детства. Далее. Из множества предложений я выберу такое, которое гарантирует компании стабильную прибыль. Я привык вчитываться в документы и вижу то, что другие не замечают. Благодаря этому избегаю ловушек и принимаю правильное решение. Оптимизация, вот мой конек, начиная от оптимизации рабочего процесса и заканчивая оптимизацией налогов. Дает вот отпор, потому что эта функция, вот, наоборот, генерирует энергию силовая сенсорика или деловая логика, вот, в блоке самоутверждается. То есть, если это делать с критиком, вот так он почувствует, что это во мне есть, так еще начнет этим злоупотреблять, понимаете? Вот. И таким образом, видишь, что люди начинают его бояться. Я с этим столкнулся, когда консультировал еще давно. Вот. Была у меня поездка в Одессу, и там, значит, критик не мог себя определить. Вот. Его жена, которая тогда меня пригласила, вот она говорит, что, наверное, маршал. У меня муж, наверное, маршал, потому что все его боятся, его нельзя тронуть, потому что он все разнесет. Точно маршал. Оказалось, что критик. Вот так. Ну, полудуальное смещение мы описываем, такие явления. Но вот модель объясняет, почему это происходит, что это такой блок работы. Человек таким образом как бы самоутверждается. Это, наоборот, нехорошо с точки зрения соционики, потому что не работают его основные интеллектуальные функции. А работают эти функции, которые дают ему выгоду и пользу, безусловно. Вот. Но как бы для социума зачем это делать? Для социума это неправильно. Это просто как бы... Не знаю, дописывать это тут или нет. Не стоит блистать своим интеллектом. Уберите, значит, логику и включите этику. Но я этого не пишу, конечно. То есть немного обаяния. И немного, а побольше обаяния. Улыбайтесь, но не ехидно. Слегка подшучивайте. Улыбайтесь, но не ехидно. Слегка подшучивайте, но не язвите. Слегка подшучивайте, но не язвите. И не иронизируйте, как вы умеете это делать. И не иронизируйте. Впечатление, которое вы должны создать, вот здесь вот это слово. Дипломатичность и готовность договариваться. Дипломатичность и готовность договариваться. Ваша речь должна быть не громкой, плавно текущей и без завываний. То есть без завываний — это резких изменений интонации, которые у критика порой встречаются. Вот так, такой темп речи, он связан с интуицией времени, когда человек как бы переносится то туда, то сюда. Вот, и то сидит спокойно, то вдруг как-то какая-то ассоциация пришла в голову, на это реагирует. Получается такая речь неравномерная. Да, Родзинская. Да, как у Родзинского, совершенно верно. То есть он что-то вспоминает и пытается включить эмоции, чтобы передать тот образ. И оно получается, ну, не натурально,
а даже несколько наигранно, ну, короче, не гармонично, не по-сенсорному. Вот, то есть идет какой-то разнобой. Поэтому ваша речь должна быть не громкая, плавно текущая, без завывания, без резких смен интонации. Вот так. Вот так. Вот видите, такой набор простых рекомендаций, вот, которые выглядят простыми, да, но которые имеют четкую опору, вот, какие функции там стоят и почему именно на эти надо делать ставку, а те надо наоборот, помирить.